Так, начинаем обзорчик. Ну, рассказывай. Что ты нашел? Мое мнение такое. Так. Тарелка вторая с краю. Надо ее менять, потому что в ней дырка и болтается. Какая дырка? У них во всех дырка. Да не дырка, ее порвал. Вот я и говорю. Так порвал это ножом. Да. Камень и нож вырезался. Да. Угу. Ну и. Ее как минимум менять. Так, и что? Больше ничего. Нет. Ее можно менять, а можно и не менять. Как минимум. Ремни здесь КРНовские простые, бэшка. Да. Кремня так я все говорю, она буксует больше эти ремни, чем кремня тарелка. Вопросов нет. Тарелка сама встает. Ремень мы только что поменяли. Ножи здесь до хрена. Менять начинаешь ощутимо. По этим. По деньгам. Ну, косит она, что тебе говорить. 2 гектара, бля, в час спокойно можешь косить. В час. Ну, по нормативам я смотрел, она 2,95, около 3. Но я говорю, так как мы... У меня гектар в час устроит. Ну, гектар, это тебе надо тогда ручную купить. Вот это. Уже накосился. Как его? Три мер. Да. Муфты здесь нету этой, да, трещот? Нет. По-моему. Нет. Я не нашел. Ну, да. Во всяком случае. Да нет, это просто шкив. Да, да и все, да. Нет тут ничего. Простая. Ну, сам понимаешь, проблема в ней только ремень. Правильно? Да. Какие тут? Тут стоял колпак, и там стоял колпак. Где-то они даже есть. Они здесь такие колпаки стоят небольшие, они закрывают эту часть. А здесь стоят кастрюля. Я в курсе. Угу. Та кастрюля. Да, да, там кастрюля. Она, понимаешь, для чего, да? Да. Волок делает. Да. То есть прокос тебе освобождает. Не волок делать, а дырку оставлять, маркер. Алло. Андрей, добрый день. Это Александр. Я брал у вас как-то сено. Хотел завтра еще 3 утюга купить. Приезжайте. Заехать можно завтра? Да, да, приезжайте. По такой же схеме. Ну, где-то как в Некрасово буду подъезжать. Да, да. Ага, все тогда. Все. Угу. Завтра. До свидания. А здесь кулаки подходят для других? Тарелки ты имеешь в виду? Тарелки сами? Тарелки. Нет, только и его. Ну ты же в курсе, что этот завод у нас в Москве есть. То ли завод, то ли там их представительство. Представительство, потому что делают это в Самаре. Я предполагаю, что он и туда и переехал, в Москву. Может быть. Потому что я звонил, он говорит, да, все есть на складе, вот приезжайте, берите, хотите, платите, мы вам все отправим. Они есть, да? Да, все есть. Тогда порядок. Абсолютно все есть. Все их, все другое, ничего не подходит, не подойдет, потому что тарелки-то, видишь, здесь он просто наштопорится на валпа. Да нет. Понимаешь, да? Да. То есть на КРНовской здесь идет шлицы и гайка сверху. Ладно. Ну, вроде все.